Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну что, давайте знакомиться с новинкой. Нам выпала честь представлять вам премьеру. Это платье Паулина. Вы только полюбуйтесь. Любите цветы? Тогда мы вам угодили. Любите украшения? И тут мы учли все ваши пожелания. Ведь это не просто платье, это платье, которое актуально именно сейчас, и к этому платью уже нам не придется добавлять никаких аксессуаров. То есть это покупка, которая решает наш выход. Ты знаешь, Оля, я соглашусь с тобой. Действительно, платье достойное украшение не только в будничные дни, не только для похода на работу, для прогулок по парку в выходные дни, но и на праздничные мероприятия. Уже ни для кого не секрет, что дизайнеры бренда Благов очень часто используют для завершения своих летних особенно предложений вот такие богатые аксессуары. Посмотрите на блеск металла. Это металлическое украшение, на которое нанесено напыление под золото и декоративные фианиты. На самом деле оно здесь уместно, потому что оно добавляет изысканности вашему наряду. Но, Света, вот часто стоит проблема у каждой женщины. Хочется наряд, в котором можно пойти на торжество, но при этом хочется, чтобы это платье потом не висело 10 лет и не ждало особого случая, а хочется, чтобы мы и потом его носили. Ну, давайте посмотрим на подиум. У нас три цвета: бирюза, красный и васильковый синий. Если сейчас вы обратите внимание на наших моделей, то на Виктории более повседневный наряд вместе с жакетом Фанни, бирюзовый с ментоловым жакетом. Евгения выбирает очень стильный наряд даже на праздничные мероприятия. Вот это платье точно не будет у вас висеть, потому что выбран классический приталенный крой. Обратите внимание, Оленька, что крой лаконичный. Здесь нет никаких излишеств, которые бы могли перегрузить наш наряд. Вот такой вточную укороченный рукав, потрясающий воротник, слегка полукруглый, приталенный крой платья и слегка расклешенная юбка. Это классика жанра. И богатый цветочный принт, который уже популярен несколько лет. Выбирайте свое платье Паулина. У нас есть все три цвета на выбор и хороший размерный ряд от 50 до 64. Вот расскажи, пожалуйста, на что нам обращать внимание при выборе размера? Однозначно на тип фигуры. Если у женщины широкие бедра, она должна ориентироваться не по бедрам, а по верху. Потому что юбка у нас свободная. Мариночка показывает сейчас, это юбка полусолнцем. Она очень хорошо струится. Благодаря вискозной мягкой ткани она драпируется хорошо. Поэтому даже если у вас широкие бедра, это платье сядет безупречно. Главное, чтобы в области бюста оно вас обнимало и подчеркивало ваши нюансы. Даже если у женщины, Оленька, есть животик и есть нюансы в области талии, как у Жени, например, в этом платье приталенного кроя и такой эффект слегка завышенной талии, все нюансы будут спрятаны. То есть это еще и коррекция фигуры. Платье Паулина нежнейшее. Платье из тонкой и абсолютно дышащей невесомой ткани, но при этом хорошей плотности. Это платье есть в размерах до 64-го, и мы берем в размер, выбирая по объему бюста. Мне еще, знаешь, нравится, вот как будто акварельными красками нарисовал художник цветы. Да. Они буквально оживают. Действительно, ткань очень хорошо прокрашена, это современные технологии. Здесь даже можно сказать, что объединились технологии амбре и крупные цветы. Вот если сейчас снова посмотреть на подиумы, мы увидим с вами, что крупные цветы очень часто встречаются в мировых показах. Я бы еще хотела сейчас обратить внимание на то, как у нас окантован низ изделия. Дорогие женщины, вот здесь используются очень сложные технологии, когда деликатные шелковистые ткани используются специальный оверлок, называется он закрутка или американка, который позволяет изделию прекрасно тянуться. И именно за счет такого оверлока мы видим с вами, что низ изделия не перегружен. Обратите внимание на то, что такие изделия всегда очень изысканно и нежно смотрятся. Ну и соединительные швы, двойной шов. Оверлок бокового соединительного шва – это зигзагообразный. Поэтому такие вещи очень хорошо тянутся, при стирке не лопаются и не теряют свои краски. Итак, красный цвет вы только что видели на экранах. Это цвет бирюза, он у нас лидирует. Так что понравилась бирюза? Набирайте наш номер телефона прямо сейчас. Я выбрала для себя синий цвет. Все звонки абсолютно бесплатные. И знаете, это платье
я не ощущаю на себе. То есть это то, что необходимо нам в жаркий летний сезон. И в таком платье можно отправиться и на встречу, и на торжество. Ведь здесь у нас уже есть украшения. Все звонки бесплатные, всего 1799 рублей. Не 3,5, не 5, 1799. Делайте свой выбор сейчас, набирайте наш номер телефона и подарите себе радость. Я бы еще обратила внимание на длину изделия. Даже несмотря на то, что наши девочки имеют средний рост и Маришка высокая, 1,77 м, длина платья королевская. Милые женщины, это та самая длина, которая делает наши ножки красивыми и изящными. Я представляю, как на невысоком каблучке вы бежите, цокая по асфальту на работу, летящая, воздушная. Это платье действительно подчеркнет вашу женственность. Никаких дополнительных аксессуаров и украшений здесь не требуется. Ну, разве что серьги и браслеты. И не забывайте о том, что сегодня мы сочетаем такие платья с однотонным жакетом Фани. Но у меня еще один вопрос. Нам дозвонилась наша телезрительница и спросила насчет проймы. У нее пухленькие ручки, плечевая зона такая массивная. Насколько будет комфортно? Давайте посмотрим, проведем эксперимент. Вот у нас рукав. Я хочу показать, что ткань прекрасно тянется. Она увеличивается в объеме на 10 сантиметров, поэтому никаких проблем с посадкой именно в зоне руки, верхней части ручки, не будет. То есть это еще и абсолютный комфорт. Итак, платье отлично подойдет и на праздник, и в будни. Платье имеет уже пришитые украшения, а значит, мы с вами не подбираем, дополнительно не покупаем ни колье, ни цепочки. 1799 рублей. Цена платья. Ни кофточки, ни топика, а готового платья. Есть размеры до 64-го. Знаешь, я о чем подумала, Свет? Вот мы летом многие отправляемся в путешествие, в поездку и даже вот просто поехать к друзьям, например, на неделю. Очень многие у нас вот ездят за город, да? Скажи, а если мы его берем с собой, насколько она будет вести себя в уходе? Угу. Ты знаешь, я даже беру с собой иногда на работу такие вещи, когда знаю, что друзья меня могут куда-то пригласить или у меня важные события после работы. Вот такие вещи не теряют своей красоты и новизны даже после того, как вы их поносите или постираете. Вискозная ткань с добавлением лайкры очень эластична, и за счет лайкры она не теряет своей формы и не деформируется. После стирки, после носки вы увидите те же самые яркие цветы. Ткань не выгорает. Отлично! А при стирке линять не будет? Нет, линять не будет, вот потому что так. Она закреплена лайкрой и полиэфиром. То есть это уникальная возможность заполучить платье в первый мир и в добрые люди. Платье ярких расцветок и цветочным принтом, который сейчас в моде. Платье с украшением. И еще при этом сэкономить 1100 рублей. Размеры есть до 64-го. Поспешите. В красном цвете, в 60-м, меньше всего остается платьев. Если вы выбираете себе бирюзу, бирюза у нас самый популярный цвет. Вот сейчас вы видите вместе с жакетом фан. Они на нашей блондинке Виктории. Забирайте сейчас, потому что в бирюзе у нас все остаются в максимально ограниченном размере, в количестве. Есть еще и синий цвет. Будьте яркой, будьте эффектной, ведь вы же женщина-цветок. Пусть все это заметят.